надо все сказать. Смею я. Как это все сказать? Смею я. Как это все сказать? Смею я. Мне кажется, что никто, ну, во всяком случае, единицы относятся так честно к своей профессии, как относитесь вы. И ты, и ты. И за этим стоит, естественно, огромный труд. И за этим стоит великолепный вкус, и подготовка, и самое главное – живой звук. Начнем с тебя. Ты же отец-музыкант. Но при этом певцом же ты не собирался стать. Да, учился в институте на режиссуре массовых театрализованных представлений. Служил в армии. Учился в джазовом училище и так далее, и так далее. Вот все вот этим, всем вот этим я занимался. Все это называется жизнь, набор впечатлений некий. А с чего начинались эти отношения? Анжелика, первое воспоминание, первое прикосновение к руке. В самолете. Ведь вы встречались до этого же, понятно, в каких-то концертах, да? А вот наступил момент вот так вот. Сразу стало понятно, что что-то особое связывает. Для меня, да. А для тебя? Меня нет. Я понимал, что... Что человек талантливый. Что человек талантливый. И как-то нежно у него получается, так все здорово, все. Есть какой-то барьер небольшой до вот того, что вот тебе хотелось бы непосредственно с этой женщиной там жить, любить ее. Жизнь там, строить. Далее, да, обнять ее. Вот. А знаешь, говорят, что талант сексуален. Ты согласен с таким выражением? В любом его проявлении, в любой профессии. Но настоящий талант. Ну, наверное... Это энергия? Это энергия, да. Это еще не обязательно, что ты... Конечно. Ты можешь понимать, что сексуален этот талант, но это не значит, что тебе непосредственно хочется с этим талантом прямо сразу. Так вот. Что, тебя нужно было заслужить? Мне нужно было просто с ней познакомиться, нужно было ее рядом посмотреть. Ему нужно было подумать, и я дала ему эту возможность. Нужно было с ней пообщаться, мне нужно было понять, мне нужно было влюбиться в человека непосредственно рядом со мной. Я влюбился в человека, который... Не певицу, в человека. В человека, которая ехала в таком вязаном длинном платье, в таких лосинах теплых. Но это была не певица, а человек, мне да? Мне хотелось этого человека. Я приехал в Москву и не мог себе найти место. Я понимал, что мне нужно ей звонить, какие-то глупости, говорить, давай я тебе покажу, как играть на бильярде, пригласить в ресторан. Какую-то ерунду. Но я понял, что мне нужно быть с ней, а вот хочу быть с ней. Я слышала, что ты даже какие-то поступки совершал невероятные, дрался с кем-то из Анжелики. Ну, я не помню. Я так много дрался, я уже не помню. Я уже не помню, сколько раз и с кем. Сколько раз и с кем, я не помню. Вот. Думаю, что, наверное... У меня такое впечатление, что это зарисовка вашей жизни. Наша жизнь, потому что она прямо была в зарождении всего. Анжелика говорит, было бы здорово, если была такая песня, вот два прожектора на сцене, мы стоим вдвоем, вот поем, там что-то такое. Я, как человек влюбленный, я говорю сразу, нет проблем. И приношу песню, которая тут же подходит, естественно, мы ее записываем. И так это происходит спокойно, как будто вообще этого не могло не случиться. Эта песня должна была просто быть и все. Решение иметь ребенка. Ну, мое первое ощущение вот было как человека очень свободолюбивого. Я о семье вообще никогда не думала. И вот когда я почувствовала Леню, настаиваю на этом слове, именно почувствовала, я поняла в первый раз в 27 лет, что я хочу ребенка. Хочу ребенка от этого человека. И что неважно, будем мы вместе, не будем, потому что это мачо. Как можете себе представить, что человек будет сидеть в четырех стенах, кушать супчик и сидеть с тобой рядом и строить твое женское счастье? Хотя бы при такой профессии, не говоря уже о таланте и о характере. Это сказала ему? Да, я сказала, что я хочу ребенка, и мы
стали это работать над этим. А мне можно было не говорить, мы конкретно встретились и начали делать ребенка, и все. Сколько-то потрудились там, и ребеночек, мы забеременели, я ни секунды не сомневался, что у нас будет ребенок. Все, мы конкретно начали жить, все, муж и жена прям встретились, все друг про друга поняли тут же, поселились в одной квартире, и все. И полгода скрывались, знали только, по-моему, твой папа, да? Да, и то не сразу, да. И мой водитель, все, больше никто не знал. Я даже директору своему говорил, что я с утра по делам. Но он, а где ты? Он мне звонит утром. Ты где? Где я проснулся? Где твои дела, да? Где я проснулся? Ну, пошутите, может, с какой-нибудь чувихой где-то застрял в доме, мне неудобно перед тем, кто рядом со мной лежит в данный момент. А сказать, что я... А почему ты скрывал? Мы боялись какого-то, что-то влезет. Спугнуть, да. Журналистов боялись вот разрушения. Настолько тонкое чувство было, что боялись разрушения, да? Да, при этом мы когда познакомились, ну, в смысле, мы когда спели песню «Королева», это там поимело какой-то успех, мы уже не были вместе, мы не были вообще... Но уже начали говорить. А разговоров было много, и мы с удовольствием эти разговоры, ну, не противились этому. Потому что хочется как-то успеха песни, чтобы позвали двоих на гастроли, вообще, чтобы звали на гастроли. Всегда это полезно. Начался пиар, и мы не были против этого пиара. А когда мы действительно соединились, мы начали скрывать, всячески отмалчиваться, и потому что стало страшно за вот этого нарождающегося, что-то такое новое. А ты помнишь эту минуту, когда ты совершенно четко для себя понял, я ее люблю? Знаешь, такие минуты обычно запоминают. Помню, да, я эту минуту, и даже и Анжелика помнит, я и Розы дома. Я куда-то уехал, она приехала домой, увидела, не помню, какое-то количество было адское этих роз. И они были с меня ростом, розы. Да, я написал, что я тебя люблю, три слова. А я помню, когда я поняла, осознала, это мы были в Алма-Ате. И мы пересеклись с Леней, я уходила со сцены, не помню, какой-то фестиваль был. Я отработала, выхожу со сцены, и он идет мне навстречу, и привет, привет. Глазами взяла, да, нормально. И дальше я уезжаю в гостиницу, гостиница была недалеко от концертной площадки, открытой. И я услышала песни, и я разрыдалась. А я туда не на стульчике меня выносили? На стульчике тебя выносили. Ты говоришь, что я иду. Я не поэтому, это не важно. Как, мужчину надо пожалеть, именно из-за этого. Я участвовал в съемках на верблюде тогда. Он начал меня скидывать, пытался удержаться, и он меня бил так долго, бил этот верблюд. В общем, я с него упал, и он мне набил так там все, что я не мог ходить. Реально, не мог вообще. Вот, Анжелика вот поняла, что она тебя любит. Меня посадили на стул, и на этом стуле переправляли. На нем же вынесли на сцену. Я на стуле сидел. Ой, какой кошмар. Там также вносили в самолет. Да. Лидия, уже понятно. Какая она? На кого? Копия. Абсолютно. Если наша бабушка, ну, нет, бабушка с Лизой входит в русский магазин в Майами, еще когда они только приехали, смотрели на Лизу и спрашивали, ой, это случайно не Леонида Агутина дочка? А характер? Ну, больше Анжелики, наверное. Да, наверное. А музыка? Нет, музыка ни в какую. Ни музыка, ни танцы. Удивительно. А что самого главного в вашем браке, как вы думаете? Ну, для меня самое главное – это, наверное, безопасность. Это человек, которому можешь доверять, и чувствуешь защиту. Наверное, это в первую очередь. А для тебя? Что самое главное? Ну, для меня самое главное – невозможность жить без моей жены. Например, если про меня говорить. Я себе не представляю жизнь, так меня оторвать, и я... Вот буду задыхаться, я думаю, да. Тогда я не могу не рассказать о своем впечатлении. Однажды в Юрмале Анжелика была на сцене, ты сидел в жюри. И я наблюдала твою реакцию. Вот как ты смотрел на нее? Клянусь, я никогда в жизни таких глаз не видела у мужчин. Он любовался, он гордился. И все это было... Это был такой микс эмоций, но с такой любовью. Как же мне плохо без тебя. Я не могу дышать свободно.
Комплименты он тебе говорит в обычной жизни? Или не очень? Ну, редко. А почему, Джон? Все и так понятно? Мы же любим женщин. Ну, это как с цветами. Я цветы редко дарю, например. Хотя бывает. Их в нашей жизни, слава богу, достаточно много. На сцене. Они потеряли уже ту прелесть, да, которую для обычной женщины? Они не потеряли. Они просто есть в нашей жизни. И просто с ними перебарщивать не имеет смысла, с цветами, в принципе. И также с комплиментами по поводу вот одежды или чего-то. Каждый день концертные платья. И вопрос, соответственно. Она одевает, она задает первый вопрос. Ну как вот это? Я, естественно, говорю, хорошо, потому что... Это хорошо. Ну, ты говоришь просто так вот, хорошо, или говоришь, нет, хорошо. Нет, хорошо, здорово. Участливо вот говорит, да? Участливо, вот посмотри это. А здесь вот коротенькое мне особенно нравится. А вот это в красное, оно пол больше прозрачное. А это неприлично, я говорю, в принципе. Потому что на сцену надо одеваться, а не раздеваться. Вот, и все такое. Все мы это обсуждаем. Поэтому это из-за того, что это каждый день, опять-таки, это опять-таки теряется. И опять-таки Но тогда когда же... когда вы на отдыхе, опять-таки на отдыхе, концерт, вдруг что-то, вау, что-то новое там я... Вижу ли там мы как-то цвет волос поменяли, я, естественно, скажу. То есть настоящая жизнь, обычная жизнь мужа и жены начинается только на отдыхе? Бесспорно, да. К счастью, вы стали позволять себе последнее время проводить достаточно много времени в Майами. Вы любите этот город, да? Да, ну, во-первых, мы обустроились. И, скажем, за там месяц времени я работаю даже больше, чем в Москве. Потом спорт, это тоже необходимо, то, что в Москве не успеваешь. Нам просто необходимо. Воздух, море, там ребенок, солнце, с ребенком занимаешься. Мы делаем кучу всяких дел, там которые мы не успеваем эмоции, сделать. Да? Но там случается жизнь. Да, вот поэтому... та жизнь, которую живут 80% людей. Поэтому, скажем, отдых, нельзя так сказать, как в том понимании, в котором, вот, если ты поехал куда-то на острова, ты взял чемодан, ты лежишь на пляже и больше ни о чем не думаешь. Да, ты отдыхаешь. А у вас там семья мы начинается, семейная жизнь. Мы приезжаем конкретно, вечером работаем, надо что-то сочинять, что-то писать. Утром надо там ребенка отвезти в школу, днем там сходить куда-то по делам, там на пляж, потом на тренировку, потом там. То есть насыщена такая вот жизнь реальная. Этот город вас еще связал с потрясающим гитаристом Ал Демиолой. И несколько лет назад у вас был совместный проект, концерты. Как вам работалось с ним? Ну, я, конечно, очень нервничал. Я очень переживал. Переживал не просто... Мы, когда записали первые две вещи, которые, кстати, пока никуда не вошли, это была просто проба, сразу поняли, что сработаемся. В общем, остались в хорошем настроении. Потом давали концерты в Питере. Потом на фоне этой возникающей дружбы он позвал меня... выступить в Blue Note в Нью-Йорке еще... Я могу себе представить, что это для тебя было, да? Да. И вот это все нарастающее, вот это... Отношения складывают. Нервы начались для меня в Blue Note, когда я уже не на своей территории оказался. Я уже так немного начал психовать, но публика так приняла, они так хлопали, они стоя так долго аплодировали, что я вообще не мог... Мне даже стало неудобно. Говорит, ребята, я же не Ал Демиола, вы перепутали, вот... Вот чувак стоит. Mm-hmm. Все-таки он всегда Ал Демиола. Ему не нужно было делать чего-то. Да, мне нужно было доказывать, да? Доказывать, да. А ну, тебе нужно было... А мне нужно было доказывать, а что это за хмырь с Ал Демиола такой? То есть вообще как это? Зачем он его взял? Я ему, он ему заплатил что-то или что? Я ему не платил. Нам просто обоим платят. Ему и мне, как артистам. А ты гордилась? Очень. Я знала, что Ленька очень нервничает, и что для него Ал Демиола – это высокая планка. И я даже пыталась как-то говорить, ну вот послушай, как он сыграл. Ну это же некачественно, можно было лучше сыграть. Я все время пыталась Демиолу как-то
Как-то их уравнять. Ну вот музыка вот такая, но он же не умеет играть популярную музыку. Здесь надо было меньше играть, здесь больше. А что Леня смотрел на меня широко раскрытыми глазами и говорит, что ты несешь? И он не понимал, что я его хочу как-то поддержать просто. Он очень волновался. Я очень за него переживала. Мне казалось, что он разрыв сердца на сцене схватит. Испытание, 500 человек, 50, как казалось, потом из них русские, которые очень поддерживают. Очень поддерживают, со своего мира слетелись, все. Но 450 все равно таких педантов, таких уже видевших, перевидевших весь джаз и все. И еще у меня, я помню, перед концертом произошло ужасное. А сцена была вся заставлена инструментами. Первым выступал Демиола. Сцена была вся уставлена инструментами. И это как раз было то, что мне нужно. Как голос должен был быть как часть музыки, как инструмент. Потому что основное мое, для меня, для самого достижение было, почему я стоял на этой сцене, что я это все написал, скажем, придумал. Это было главное для меня, самое важное. Я пришел на репетицию, посмотрел. Впереди барабаны, куча стоек, здесь басист, здесь демиол. И такой пятачок маленький. Я говорю, я вот здесь микрофон поставьте, я это спою, все, встану. И ушел. Пришел на концерт, не глядя на сцену, зашел за кулисы, переоделся. Выпил вот столько коньяка. Тряхнул башкой. Демиол отыграл уже. Смотрю, слышу, все идет хорошо, ему хлопают. Мой выход. Объявляют Леонид Агутин. Я выхожу на сцену, и я думал, что я упаду вот так вот сразу. Нет, у меня микрофона. Ноги подкосились. Я думал, я провалюсь сквозь землю. А зрители не знают, что он композитор. Они да, же они же знают. Они воспринимают исполнителя. Да. Они произносят, что я просто пою. И ты это видишь тоже. И я это вижу. И я понимаю их. И ты понимаешь, да, что он в ужасе. Я понимаю, у меня начинается истерика. Да. В принципе, никому неизвестный человек просто поет. Окей, на английском языке, окей, с акцентом, ладно. Выучил английские слова, окей, хорошо. Какое счастье, что ты выпил коньяк. Нет, и тут выручило, конечно, выручили 50 человек вместе русских. С нами, русских. Потому что когда начали кричать, да, и люди стали прислушиваться просто к музыке. И они стали слушать. Русские и в конце, выручили. Да, это очень выручили. Не... И в конце, когда русские стали кричать, когда он отработал эту английскую, англоязычную программу, они стали кричать, просить русские. Леня спел еще несколько русских песен. Просто весь зал во главе с 50 русскими, эти 450 снобов, просто встали и аплодировали стоя. Они плясали. Вот это минута торжества. Ну, да, что-нибудь свое. Я тогда уже Константин берет гитару. Голос. Того, кого. Анжелика, я знаю, что в детстве ты пела украинские песни. Угу. Выступала с гитарой. Ты сейчас поешь? Да, мы сейчас собираемся, мы перевезли. У меня подружки, так приключилось, все с Украины. Мои московские подружки. И вот мы сейчас собираемся, берем наших мам, собираемся у мамы на даче. Поете песни? И громко поем, это не то слово, мы голосим. А что вы поете? Мы поем весь репертуар, начиная с «Чем ты не пришел», и заканчивая «Океаном Эльзы» и «Бумбоксом». Здорово! Если это все со мной, я не жалею,
я для вас приготовила подарок. Он может показаться вам странным, но мне почему-то кажется, что было бы здорово, если бы вы нарисовали свою картину вдвоем. Картину, в которой бы была ваша любовь, ваша жизнь, ваши чувства, ваша музыка, стихи, ваш ребенок. Я приготовила вам кисти, краски и палитра. Фантастика. Мне кажется, это может быть какой-то очень симпатичная эта картина может быть. Судя по тому, как вы смотрите друг на друга, в ней должно быть много солнца. Я думаю, я провалюсь в музей. А зрители не знают, что он композитор. Они же половина людей. Они воспринимают исполнителя. Да.